Вот это офигеть, ребята. А где-то, а что он там телепается на веревке? Он что, машину держит? Что это такое? Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Профит, Заварной Кофе, Пингвинус, Дарк Драгон, FM Zoom, Зебра, Кошмарный Тойбони. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Давно меня не было здесь. Всем привет, здравствуйте! Давно мы, ребята, не записывали класснючую игру Roblox и решили записать режим Jailbreak. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем убегать с тюрьмы, веселиться и угорать. Вот тут Пика нас расстреливает. Ах, какой он... Это мент он, что ли? Пика мент? Да. Ах, он хитрый какой. Да, он убивает. Эй, бейте его, давайте его забьем. Берите у него ключ карту, забирайте. Давайте, короче, мочить его, все, поехали. Движуха лупит. Пика, беги. Вы не туда с нами в Дискорде, он не понимает, что вы тут. Наоборот, это даже и лучше, вы менты не должны знать, что мы тут делаем. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Я его бью. Бейте его. Я у него ключ карту отработал. Вы должны его замочить. Дима, идем. Замочили. А, меня сейчас убьют. Да я поддался, как всегда, в этот раз. Это прикольно, кстати. Ты что делаешь? Все, мы его замочили. Все, пацаны, давайте убегать будем быстрее. За вертолетом идем. Прыгай в люк. Давайте в люк. Погнали. У меня ключ карты, я могу с вертолета вас поймать. Хотите? Давай. Я вот это вот уже не помню все. Кстати, насколько хочу заметить и добавить, что как-то графику, что ли, улучшили в Роблоксе. Да. У меня такое ощущение, чуть ли не трассировка лучей. Потому что движок это немножко улучшили. Да? Его там обновили. А что, Frostbite 4, короче, сделали? Или Unreal Engine 5? Дима, а я правильно бегу вообще? А вы куда бежите? А, во-во-во-во-во, все, увидел. Да? Так, все, мы на улице. Ой-ой-ой, тачка у кого-то бомбезная. А мы не влезем все? Или влезем? А вы можете кого-то за трос зацепить? Да? А как это возможно? Я вот 1000 лет не играл в эту игрушку. Офигеть, погнали! Стойте, подождите меня, я бегу. Да ну все уже, опоздал. Офигеть! А карту увеличили или не увеличили карту? Я за вами на вертолете. Так, давайте, я насколько знаю, здесь можно оружку, да, взять? Да. Так, фри. Да, я вот на вертолете вас забираю. Опа, а что она пищит вот это вот? Уго, на вертике. Ой. Ха-ха-ха, что творится? Ох ты, жахнула. Что, по нам кто-то стреляет, нет? А это мент прилетел или нет? Я машину краду, все. А нет, все. Все, пацаны, нету. Вот это? О, все, погнали! У-у-у-у-у, вот это движ! Вот это психи вы, ребята, банда едет! Гравить! Не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Если этот ролик хорошо зайдет вам всем, то мы будем Roblox еще записывать что-то прикольное. Вот это движ у нас. А то наш сзади едет, да? Это гонки? Вы куда едете? А я не знаю, мы едем грабить что-то. Пика арестовал. Да? От Пика. Надо было его замочить, блин. А мы у меня его замочили, я у него ключ карту украл. Это, пацаны, знаете, что это антагонист, который всегда должен быть. Хоть в одном ролике кто-то должен же ментом быть. У него Шокер, он меня шокером. А? Вот. Что-то Дискорд ино раз подлагивает, не все слышу. Так, это куда мы приехали? Ой, чё? Я сальтухи крутил. Это было. Так, я взял пистолет на всякий случай. Патроны бесконечные. У кого карта была? Попробуйте картой. Нет, там карта не работает, нам наверх надо взорвать. Пошлите так, наверх. Так, давай, показывай, что надо делать. Вижу. Там лестница есть на крышу. Ой, так, сейчас я уберу оружие. Во-во-во, я спустил. Отлично, ребята, первое ограбление за 1000 лет. Так, а что тут делать надо, пацаны, подсказывайте. Части динозавра, картины или что-то еще. Ага, ты уже все обокрал. Ой, жизни тратятся, да, когда я на этот луч наступаю? Это что-то типа охрана. Вот эта музычка пошла, офигеть. Так, подожди. Есть, 1 килограмм из 5. Давайте еще, и все нагребаем. Ай-яй-яй, лучи. Еще. Отлично. Так, у меня 3 килограмма из 5. Давайте еще попробуем. Что там можно украсть? Кубик. О, статуя фараона какая-то крутая. Пацаны, я слился, ну я лох.
Давайте заберу, Дима, давай заберу. Auto-respawn. А, подожди, я могу выбрать место, да, где могу заспамиться? Все а, отлично. А вы где, подожди? А мы в поле каком-то ездим. Сайбер, дай я сяду за руль. Хорошо садить. Ну как-то там ты просто... странно ездишь. Ну он права просто купил. Я понял, я сейчас покажу. Во! Вот это мощь! Кто на вертолете летает? Это не наш, это во, не наш. Вот это прыжок мощнецкий. Так, а куда мы сейчас едем, пацаны? Ну смотри, надо же за Драгоном съездить. Драгон... Так, Адар Драгон, где ты? Мы за тобой едем. Сейчас я бегу. Так скажи, где ты по карте, мы к тебе приедем. У нас еще есть место в машине. Я возле казино. А где тут казино? Я за тобой гоняюсь тут. А, это ты? О, у нас уже две тачки крутых. Отлично, давайте поедем за нашими. Где все? Дима, здесь можно ограбить. Мы в казино. Дима, здесь ограбить можно. Да, ну давайте ограбим, ладно. Так, а где я? Если бы я знал еще, где я. Так, что надо сделать, чтобы ограбить? Вот я. Задерживай. Грабим, отлично. Пацаны, я около магазина с пончиками. Да, я тоже. Так, давайте сейчас поедем за вами. Ждите нас там, сейчас мы ограбим и едем. Кто в зеленой тачке? Кто в зеленой тачке? А что, я ограбил или нет? Я так и не понял. А ты задерживай, Еву. Так я держу, и до конца дошло, и ничего не произошло. О, пингвин, привет. А тебе деньги добавились. А, деньги добавились? О, 750 бакчкинских. Говорите, куда ехать, я буду со всей силы лупашить. Локация Тавм. Это ты в нас стреляешь? Да. Не стреляй. Предлагаю всем в локации Тавн встретить. Я правильно еду? Да, правильно. Отлично, отлично. Вот пончики, Дим, по идее, вот тут пончики. Там объехать Дима, надо? А у тебя слева, вон, у тебя слева пончики? Есть карта. Прямо ко входу подъедьте. Хватит меня бить. Вон, я смотрю, а, вижу, все, я увидел пончика, увидел. Я просто понял, что надо на крышу смотреть. Забор ломается? Зараза. Попривыкали играть в свои GTA-шки, где все ломается. У меня, кстати, пивозавр. Вы с какой лично стороны едете? Так, Драгон, мы подъехали. Ой, до пончика. Тут... О, привет, парни. О, здорово. Ох, тут движ какой, ребятушки, это круто. А можно к вам? Как а я не знаю, тут место... А тут двухместная только машина, о, да? Поехали, поехали, я на крыше буду. Драгон, ты чё? Драгон, ну не мочи нас. Садитесь ко мне, у кого... Так, смотрите, куча машин, мы все влезем. Да не ломай мне. Я на крыше. Ой, я пробел нажал случайно. Так, ну что, куда едем, пацаны? Не знаю. Поехали грабить еще раз, бабки надо поднимать. Поехали. Вперед надо, Дима. Это коп вперед приехал, мочите копа. Вертолет. Мочите копа, мочите. Это пика. Мочите, мы его убьем, ну, у нас куча. Я упал. Убили его, не? Да у нас же движ такой. Мочи. Все, есть. Дайте мне за оружием сбегать, я точно вас всех убью. Вертолет угнали, Дим. Отлично. Давайте так, пацаны, я так и не понял, куда мы будем ехать. Такой именно ажиотаж вперед творится. Надо. Все, поехали. Вперед надо. Давайте, погоди, все, пацаны, меня, едем. Меня, погоди. Ну давай место. Так, не маме. А, на крыше можно же сидеть. Давай. Залазь на крышу. Дима, вы где? Вы где? Меня погоди. У меня колес не... Да вы ж колеса пробили, что ж вы наделали? А там еще есть тачка платить сзади. Во, у тебя есть колеса. Что это? А, есть? Дима, вы где? Да. О, все, давайте, поехали. Все, что? Поехали вперед. А у меня не было колес, реально резины не они было. Они восстанавливались. А, я понял, я специально проверил тоже, видите, заметили. На видео все будет видно. Ну да, я ж не то, что я не обманываю никого. Оп, на вертолете, давайте убьем. Мочите, летим и мочим. Ой, кто-то слетел. Вы где? Мочите, это рейд. Ой. Сейчас вылезет и его убьете. А давайте поезд ограбим. Вы где? Ой-ой-ой, да тут вообще жесть, что творится. Я вообще правильно еду или нет? Дима, стой на месте, вертолет сейчас угоним у этих злых полицейских. Ну давай. Есть, мы убили его. Отлично. Да у нас такая банда, нас не замочить никому, мы психи. Дима, вертолет угоняй. Давайте истребитель угоним. Ой-ой-ой. Дима, не туда, там копы. Копы, да? Валим от копов. А, убили уже копа, мы уже убили. Так копов убили, да, нема никого здесь. Ну, тут вертолет есть. Ну, давайте на вертике полетим. Реально, тысячу лет на вертике не летал. Дима, вы где? А на вертик сколько людей может влезть в вертик? Много, еще два может точно. А, я уже не влазю. Нет, с другой стороны, Дима. Да занято все. Садись на трон, Дима. Ой, сел, все, давай, полетели. Полетели. Офигеть, ребятушки, красота. Вы на машинах за нами едете, пацаны. Ой, а что-то у нас... Сбил?
Кто нас бил? Да наши ж, наверное, избили. Он починится сейчас или нет? Да, он починит. Не-не-не, да? Вроде починится, машины же чинятся. А вы где? Я вот в городе сейчас. О, все, полетели. Погодите, всё, меня зацепить. Все, давай, то он там перегрелся, движок слабый. Все, вон уже впереди казино. Все, едем в казиношку. Дима, он не перегрелся, на него просто капли даже. Да я понял. А, все, остудился. Это банк. Налево, хорошо. Это банк. Это банк. Это база. Это банк. Ого, сколько людей уже играет на сервере. Мы зашли, было всего 9 человек. Сейчас уже вас слишком много, я потерял. Я читера нашел. Направо. Тут читеры еще есть даже? Красная. Да, тут чел очень быстро бегает. Направо, а я видел, да, вот да, да. Это на вы красная, на вертике на сейчас? Да. Помогите, да. Меня стреляют. Улетай, улетай, там полицейский. По мне стреляют. Помогите, пожалуйста. Летим на машине. Ребят, вот это веселье у нас творится, мне нравится. Бросайте меня. Их слишком. А давай за нами на тачке, ты сможешь. Да нет, его полицейский. Меня уже. А, все, ну, извини, обстоятельства, я тоже уже погиб. Ну, я погиб, конечно, по своей глупости. А тут жизни регенится или нет? Да, нет. Ну, если очень медленно, то да, регенится. Дима, тут же можно, смотри, можем опять в музей полететь. Я зацеплю трос сверху, где типа вы спрыгиваете. О, давай. Потом вы обратно по нему залезете. Давай, давай, я хотя бы немножко ограблю. Не буду теперь пытаться все ограбить, потому что, видишь, жадный я. А уже грабили музей, все. Так, давай тогда другое что-то грабить будем. Мы, короче, в Сити. Давай, давай, в Сити. Вы в Сити? В Сити, в Сити. Да. Еще один вертик на крыше стоит. Я к вам. Останавливаюсь. Нет, тут копы, скорее всего. Мы их не убьем, да? Идите. Во, можно грабить. Выпрыгиваем, Дима. Идите грабить. А если я выпрыгну, и они этот не разобьюсь, не? Не, иди. Все, я зашел. Вы сверху. Я банкомат грабил. А что надо? А я код не знаю. Какой код-то? Я не знаю код. А, там... А можно снимать. Ж. Ж? Ж. Взламывает, блин, капец. Так, я не знаю, как открыть, что-то мы не то делаем. У нас нет ничего, нам взрывчатка. Сейчас. А у кого-то что-то есть? Что-то. Пришли грабить, поцеловали двери. Я выхожу, пацаны. Да ты уходишь. Дима, нам взрывчатка нужна и ломики. А, ну все классно, грабили, полетели дальше. Это веселье. Вали. Дима, тут самолет летит. Это что, он может нас замочить? Нет, можно его ограбить. Нет. Так, я так понимаю, чтобы дались бабки, надо два раза вот так нажимать Е. Довоскоп едет. Да? Все, пацаны, сейчас оружие резко достаем и начинаем мочить его. Быстрее, это 100% пика, я его знаю. А, я коп, я вас сяду. А! За шутка! Да ты дурак, что ли? Я чуть деньги свои не потерял. Я на радостях. Едет, пацаны. Откуда он знает, где мы постоянно? На карте отображаемся или что? Да, мы на карте отображаем. Дима, садись, все. Это пика 100%. Всё. А, челик тут убил челик, все. Отлично. Хотел копов, конечно, еще помочить. А давайте подождем, уже копы приедут. Давайте постоим, подождем копов, помочим их. Да я как раз до вас доеду. Давай. Ой. Куда подождите, чуть-чуть. Вот это офигеть, ребята. А что он там телепается на веревке? Он что, машину держит? Что это такое? Вот это угар, блин, мне нравится. Я, кстати, стрелять даже могу. Нифига себе, я тоже могу, кстати, стрелять. Непонятно, конечно, как это делать. Мы вас бросим. Зачем мне надо бросить? Да, приземляться теперь. Да нормально летим, ну. Давай до копов лети. Да, давай копов помочим, я хочу копов замочить. О, смотри, там вертолет летит. А внизу не копы-то? Нет, это я. А это ты. Давайте до копов, хочу копов замочить реально жестко прям. Вообще нереально. Где они? А что они? Они, наверное, нас боятся. Вот это меня колбасит. Как я вообще держусь? А вот это на вертике, кто это? Это зебра. Нет, вот сейчас. О, слышу копов. Я! Парашют. Отлично. Ой, меня глючит. Это музей. Ой, Дима, ты где? А я спрыгнул на парашюте, буду сейчас копов мочить. Тут, конечно, читеры, я вижу, есть. Сзади. Ой, драгон сбросился. Так. Сейчас буду их гасить. Дима. Тут есть кто-то? Я под карту сзади провалился. Вот это веселье. Смотрите, как их колбасит. Вижу копа. Я помогу тебе! Я вам морально машиной помогаю. А чё у него защит? Я не знаю,
знаешь. Наряжаемся. Арестовали! Тут полицейский. Где, как? Так, я бегу, пацаны, я тебя освобожу. Мы не дадим своего. Увижу, вижу. Сейчас еще и пика прилетит, вообще плакать будет. Я пояс ограбляю. Дима! Есть! Есть! Нагнули! Это рейд! А-а-а! У меня жизни мало! Так, зашкерился, зашкерился, отлично. Кто-то зацепляйте за трос, за трос. А там внутри есть кто-то из копов? Да, а там они там спавнятся. Все, ждем, ждем, пацаны. Ждем, сейчас только выходит, начинаем гасить. Да, говори. Дима, ты тут на доске топ криминальных, короче. Я? Да. Нифига себе, ребята. Я тебя освобожу, своих не бросаем. Так, ждем, ждем, ждем. Сейчас только выходит, мы сразу гасим их. Выходите! Пошли музей грабить, пошли музей грабить. Не, я хочу копов помочить, реально. Мне понравилось. Вот здесь вот. А где они, Дима, все? Я не вижу копов. Идите здесь, они тут. А! Вижу, 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 бегу, помогаю. Нет! Меня арестовывают. Есть! Не слышал. Меня, а, меня, меня, пацаны, развяжите, развяжите меня. А не... Да ну блин, я повязал всех! Пика! Да ну зараза, это пика! Да! Пацаны, давайте... Ра... Ну все! Блин, вот это прикольно! Кстати, главное, что, ребята, я попал в таблицу самых опасных преступников. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, вы хотите, чтобы мы еще записали Roblox, ставьте палец, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, мы хотим. Ну а всем отличного настроения и всем пока!